Да, Ксюш. Ксюшенька. Ксюня. Моя лапушка. Пусына. Красавички мои. Кто пришел? Груша, бандитская морда. Всех гоняет. Пусына моя. Пуска моя. Пуска. Мамка укол только что поставила обеим. Она смотрит на руку. Я когда теперь вхожу, они с первым делом смотрят на руки. Несу я шприц или нет? Да? Моя рыбочка. Нету, нету. Все, вот, нету, нету. Ксюха такая болтушка стала. Ксюш! Да. А, да. Моя лапочка, мамина Груша урчит, Ксюша урчит. Да я тоже тебя люблю. Спасибо, ой, молодец, ой, спасибо. Давай, мама тебя оближет, давай, Груш. Подлизывается собачара такая, гоняет всех. Я прикрикну на нее: Груша, грозно, так она теперь тут блат хочет со мной навести, чтобы я ее не ругала. Он, Ксюшенька, покушал, будет отдыхать. Моя девочка. Ну, потерпи еще немножечко. Скоро все заживет, все хорошо будет. Да, пусына моя? Так, Груша, отойди. Я тебя боюсь. Оставь, оставь ее, оставь, успокойся. Я понимаю, что ты урчишь, блин. Владя. Красавец мой. Владюш, ну-ка посмотри сюда. Редкий кот. Вот как можно? Я даже вообще, у меня в голове не укладывается. Открывается машина. Ой, останавливается машина, открывается дверь, оттуда выбрасывается кот. Ющий дурею. Как это? Как это? Как это? Вот это. Я не понимаю. Рекламный пацан мой сладкий. Томик. Ой, жуть мой сладкий. Не могу прям. Все. Все покушали, Калюня? Коль, Коля, Коль. Коль, ну посмотри вот сюда. Коль, ну посмотри. Ну я хочу твой, вот, глаза твои во всей красе. Калюнь. О, Тарася. Так, а там еще Ваня гуляет, там еще. Тарасик, ты мой сладкий сына мой. Забрался на самый верх. Ты мой золотой. Да, ой, ты мой сладкий. Целовальчик. Ай, мой золотой. Ты мой зайчик. Сам, главное, приблизился к экрану и сам же испугался.